Всем привет! Понадобилось убрать некоторые выступы и наплывы на бетонном полу для дальнейшего отделки. Работа буквально разовая, поэтому делать буду такой миниатюрной болгарочкой с диаметром диска на 125 мм. Сам диск алмазный, бюджетного класса, недорогой. Ну и вначале вы видели, что вот таким образом не совсем удобно, приятно, ну и небезопасно для здоровья. Поэтому буду мастерить защитный кожух для пылеудаления. Идея не моя, подсмотрел в интернете, немножко адаптировал под себя. Но кто не видел, гляньте, вдруг пригодится. Соответственно, понадобится вам вот такое вот ведерочко. Оно у меня из-под фуги. Старое уже, много раз работал в нем. Далее, то, что внутри находится, это вот обжимной хомут от 40 до 50 мм. И уголок концентрической трубы, диаметр 30 мм. Отрезанный хвостик от такой же трубы. Пожалуй, все. Некоторый инструмент тоже нужен. Все, приступаем к действию. Ну вот, пылеудаление готово. Заняло время буквально считанные минуты по изготовлению. Осталось только испытать, да приступить к работе. Давайте некоторые пояснения дам. Диск, видите, смещен к краю среза ведра. Нужен для того, чтобы ближе подойти к стеночке и убрать лишнее. Далее срез сделан в аккурат заподлицо с диском. Ну, у ведра он само по себе мягкое, вот назад отходит и пружинит. Лучше будет прилегать к полу, и из-под него, из-под кожуха меньше будет вылетать пыль. А по мере износа диска я просто буду посильнее надавливать, кожух отходить назад и дальше работать.